Так, друзья, я вас всех приветствую на своем канале. Сегодня очередная распаковка посылок с сайта AliExpress. На этот раз ко мне приехали перчатки. Вот. Сейчас сможете посмотреть, посылка ехала ко мне 25 дней. Вот. Статусы почему-то не обновлялись. Но я про это уже говорил, на самом деле. То, что вот видите, да, Гонконг написан. И ожидает адресата вместо вручения. Вот и все. Нахуй статусы, действительно. Вот, кстати, да, Гонконг, 25 дней. Ну, да, такое тоже бывает, на самом деле. Вот. Перчатки, короче, заказывал себе коричневого цвета. Вот. Перчатки у нас попадают под категорию унисекс. То есть, как и на парней, так и на девушек. Вот. Вот мне данные перчатки. Действительно коричневого цвета, просто они прям темно-коричневого цвета такого прям. Вот, размер свободный, вот, то есть можете даже видеть, я просто боялся, что не подойдут на мою руку, но сейчас я вижу, что должны подойти. Вот, вообще они на взрослого человека рассчитаны. Вот, материал акриловый и шерсть. Вот такие перчаточки. Так, тут у нас хернюшка. Вот. Да, кстати, есть особенность у этих перчаток, то, что они не только сенсорные, да, пальцы у них. Сейчас же у всех гаджеты смартфоны, поэтому это просто необходимо, на самом деле, да, пользоваться. И второй плюс, то, что они не скользят. То есть телефон у вас из рук не выпадет, скорее всего. Вот. Да, то есть у меня камера почему-то немножко зеленоватый цвет передает, да, но на самом деле они коричневые. Вот, так, сейчас я, короче, примерю перчатки. Слушайте, ну вот, сами видите, да? Мне они прям вот как раз вообще прям идеально сели. Вообще обалденно. Просто красота. Да, действительно, поверхность такая классная. Кстати говоря, я тут взял из своих запасов, короче, старый добрый Sony Ericsson. Вот, ну я просто хотел продемонстрировать, как они будут работать. Вот, можете видеть, да? Пожалуйста, все работает. Любой палец у нас все прокручивает. Так что идеальненько. Вообще круто. Потому что мои вообще перчатки уже давным-давно нахрен порвались. Вот. И вот, кстати, да, насчет... То есть, как можете видеть, да, ну да, можно сказать, что я пальцами удерживаю. Ну, то есть, вот, пожалуйста. Очень даже круто. Прям, серьезно круто. Так что, блин, я товаром доволен, очень даже доволен. Тем более, что эти перчатки, они стоят, сколько там они вообще стоят? Они стоят 275 рублей, короче говоря, да. Если вы закажете с телефона, будет вроде даже дешевле. Поэтому есть цвета, получается, ну, ссылку, разумеется, оставлю, да, на перчатки. Вот, есть черный цвет, серый цвет, коричневый цвет, да. Ну, на самом деле, серый и какой-то, вообще непонятно, какой-то цвет хаки такой, часто черный, часто белый, какой-то, как у зебры, короче, непонятно. Вот, ну, мне вот такой цвет понравился, на самом деле. Он крутой. Я говорю, что-то у меня цвета неправильно передают, на самом деле. Они, правда, коричневые. Вот такая вот надпись, кстати, вот. I winter. Типа, я зима. Ну, это дословно. Вот. Так что, ну, могу это примерить, в принципе. То же самое будет, я думаю. Кстати, насчет этой надписи, думал, что это просто фотошоп. Да, на самом деле, это не фотошоп оказался. Ну, ладно. В принципе, это мне пофигу. Вообще, кстати, я сейчас одеваю, да, перчатки вот эти, да, и как-то руки сразу тепло становится, прям даже жарко, на самом деле. Вот. Ну, я зиму гоняю, короче, вот в таких вот перчатках. Вообще, они осенне-весенние считаются. То есть, я не знаю, вроде как не зимние. Вот. Вообще написано зима-осень почему-то.
Ну, как бы хрен с ним, да, они должны быть теплые на самом деле. Вот, так что, если у вас будут вопросы, хотя бы какие могут быть вопросы, вы сами все видели, да, то есть, как вот эта резина, да, такой, ну, или акрил, как она называется. Вот, она прям действительно, она вот даже к пальцам липнет. Вот, товаром я доволен, вот, продавца рекомендую. Так что, если даже будут какие-то вопросы, да, задавайте, пишите в комментарии, да, ссылку я оставлю на товар, разумеется. Вот, всем спасибо за просмотр и всем пока.